Тагильские кикбоксеры вышли в полуфинал первенства мира. Семен Востриков поборется за выход в финал в дисциплине киклайт среди юношей. Он встретится с представителем Испании. Дмитрию Микрюкову предстоят поединки в дисциплине лайт-контакт. Его соперником станет итальянец. Еще один тагильчанин Мирон Нестеров, к сожалению, уступил в бою за выход в полуфинал спортсмену из Словении и выбыл из борьбы за медали в поинтфайтинге. Будем следить за дальнейшим ходом соревнований и болеть за наших.